Привет-привет! Мне пришла дизайнерская посылка от горячо мною любимой студии Чеборда Скрапики, и я хочу ее распаковать и посмотреть, что же внутри вместе с вами. Когда я открывала упаковку, из нее посыпались маленькие золотые звездочки, и это так неожиданно и приятно. Спасибо большое за настроение праздника. Давайте посмотрим внимательно, что же здесь у меня есть. В первую очередь лежит вот такая вот надпись «Свидетельство о браке». Я не смотрела конкретно, какой у нее размер, но сейчас вижу, что размер действительно очень удачный. Можно будет его расположить на папку, и в то же время останется место для декора. Надпись «Merry Christmas», и как раз на ней много звездочек, очень в тему. Классный шрифт, отличный размер, повторюсь, и надпись сама по себе скоро будет очень актуальна. Еще одна надпись свидетельства, но выполнена в таком более строгом стиле. Вот такие два вензелечка, я их уже брала, мне нравится украшать ими фотографии, и они у меня закончились, поэтому я заказала повторно. Вот такая небольшая рамочка, можно разместить какую-нибудь надпись. В преддверии Нового года заказала набор елочек. Очень классные елочки, побольше, поменьше, потолще, похудее, на любой вкус. Еще одна маленькая рамочка, но она небольшого размера, пойдет, например, на паспорт или блокнот. Хотя, конечно, для паспорта чиборд лучше бы чем-то защитить, либо покрыть глосси акцентом, либо эмбоссингом, либо лаком, чтобы повысить ее износостойкость. Красивая надпись «Wedding Day» пойдет на какой-нибудь свадебный альбом, потому что она достаточно крупная. И так как я делаю работы и за границу, надписи на английском языке для меня очень актуальны. Набор веточек. Классные веточки, отличный размер. Такие уже брала. Буду еще, думаю, брать не про... Ой, буду еще не раз их брать. Вот такая вот гирлянда. С елочными игрушками, звездочками, шариками. Маленькие кусочки кружева. Я люблю такие вот части фона добавлять в композиции. Заказала красивые спилы, еще смотрела в прошлом году на них, но как-то не взяла. А вот теперь решила взять, потому что уж больно здорово они выглядят. И я опять же держу в голове, что скоро у нас начнутся новогодние работы, и такие спилы мне точно пригодятся. Еще одна надпись свидетельства о браке. А, видимо, они у меня совсем закончились, поэтому я заказала их в разных вариантах. Эта надпись такая более витиеватая, немножко в таком стиле барокко, но и невесты бывают с разными вкусами и хотят себе папочки в разных стилях. Два уголка. Использую такие уголки обычно для украшения больших фотографий, располагаю их по диагонали, и благодаря им фото отлично акцентируется. Вот такие вот веточки, даже веточки, нет, наверное, деревца, а не веточки, уже такие зимние, потому что на них нет ни листьев, ничего, больше скелетированные, на них можно сделать, например, текстурной пастой нанести снег, и будет вообще классно смотреться. Вот такие вот простенькие вензелечки, мне нравится, что они небольшого размера и подойдут, например, для миников. Очень классные ягодки, хочется заполнить чем-то. Я уже их такие, по-моему, тоже заказывала и взяла еще, потому что мне действительно нравится этот дизайн. Переверну, чтобы не держать кверху ногами. И мне кажется, вот классно будет заполнить эти ягодки чем-нибудь, например, глиттером красным каким-то, либо лаком красным, либо просто краской. Ну, думаю, что вот с ними можно поработать и достичь того, что они будут смотреться совершенно по-разному в разных работах. Шикарнейшие снежинки. Беру их опять же второй год. Мне очень нравится делать с ними открыточки, потому что снежинки достаточно крупные по размеру. При этом у них интересный дизайн. И одной такой снежинки, украшенной опять-таки глиттером, эмбоссингом, будет достаточно для того, чтобы сделать простую открытку к Новому году. Перышки.
Ну, такие перышки можно использовать бесконечно. Повторюсь, мне нравится их дизайн. Они все такие немножко разные, очень воздушные. Можно и в альбом в бохо стиле, можно в детский альбом, можно в открыточки добавить. В целом, я думаю, они будут уместно смотреться во многих работах. Круглые рамочки. Обычно эти рамочки я беру парами, потому что использовала их в детском альбоме. Вы, наверное, могли видеть. Мне понравилось, как эти рамочки состоят из нескольких частей. И внутреннюю часть я использую для шейкеров, потому что оптимальный размер, классно смотрится. А внешняя рамочка достаточно для того, чтобы сделать отпечаток ручки и ножки. Таким образом, заказывая две рамки, я сразу подбираю декор и для отпечатков, и для шейкеров, и при этом они выполнены в едином стиле. Вот такая вот дверка. Видела ее в обзоре у девочек, и поэтому не удержалась. Не знаю, куда я ее хочу использовать, но у нее настолько прикольный дизайн, что не могла я пройти мимо, и поэтому тоже ее заказала, хотя еще ума не приложу, куда буду использовать. Хотя вот я сейчас болтаю и подумала, что, наверное, в зимней работе тоже можно использовать такую дверку, потому что она сказочная, волшебная и отлично передаст именно вот это настроение Нового года, когда происходят разные чудеса. Еще веточки с ягодками. Такие веточки тоже увидела у девочек в обзоре. Спасибо большое, что иногда я как-то не замечаю какой-то чипик, а потом вижу его либо в обзоре, либо в работе готовый и понимаю, что мне тоже обязательно такой нужен. Так произошло и с этими веточками, и когда я их увидела, сразу же закинула в заказ. 3D-рамочка. Использовала такую рамку, она отлично смотрится. И вообще, как я уже говорила в предыдущих обзорах, я питаю сейчас слабость к 3D-элементам, поэтому рамочки такие я заказала в нескольких вариантах. Вот такую чуть потоньше. И вот такую вот немножко пошире, хотя тоже очень изящную. Еще новогодние элементы, гирлянды, снежинки, елочные игрушки. Классно выглядит. Вот такой вот очень красивый чипик. Этот чипик я буду делать в детский альбом. Чипик небольшой, потому что и альбом я буду делать небольшой, 20 на 20. Поэтому его размер будет идеально смотреться на обложке такого размера. Большая рамочка. Обычно такие рамочки я использую для того, чтобы акцентировать какие-нибудь важные фотографии. Сама по себе рамка нарядная, поэтому отлично справляется с тем, чтобы привлекать внимание. Очень красивый нежный фон, он ровно обрезан прямоугольником, поэтому можно использовать в качестве фона для открытки. Также я считаю, что он очень универсален, потому что можно использовать для женских каких-то работ, для детских он очень нежный, и в то же время для зимних, потому что здесь явно прослеживаются снежинки. Классный набор веточек, его я заказала, потому что здесь разные веточки, пошире, поуже, подлиннее, покороче, и при этом они выполнены в разном виде. То есть здесь есть как с прорезными сквозными листочками, так и сплошные, которые можно дополнительно чем-то украсить, а можно оставить и так. Так что если вы преследуете цель выдержать единый стиль в альбоме, такие наборы отлично вам помогут. Вот такие классные ветки астролиста, они у меня прямо вызывают улыбку, потому что даже в таком виде они очень позитивные. А если еще ягодки, например, красным раскрасить, будет вообще бомба. Ну и большой набор надписей. Обожаю такие надписи, не раз говорю об этом, не устаю петь им дифирамбы, потому что надписи по типу «ты», «я», «прекрасный день», «наш день», «любовь», «ангел», beautiful, красота, моменты, вместе, счастье, только ты. Но они настолько универсальны, что практически везде можно их использовать, даже не задумываясь. Поэтому такие наборы я просто обожаю и постоянно заказываю в свою копилочку. Вот такая вот горка счастья у меня пришла. Я была рада вам ее показать. Надеюсь, что и вы присмотрели для себя что-нибудь интересненькое. Если да, то приглашаю вас в группу ВКонтакте, студия Чеборда Скрапики, также у них есть сайт-магазин. Заходите, смотрите, много-много всякой красоты точно можно найти на любой вкус. Всех целую, обнимаю, до скорых встреч. Пока-пока.